Книга «Открытым оком», том 22, вопрос 3488, тема «Смерть». Перезахоронили с большими почестями Ильина И. и считают его ныне чуть ли не за пророка. А при жизни его труды не почитались. Не будет ли подобное с вашими книгами? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. О будущем книг я немало не беспокоюсь. Все я писал и говорил и благовествовал ради моего Иисуса, возлюбленного моего. И ему я вверяю свой труд. Все может быть. Но если меняющаяся политическая обстановка меняет несколько и отношение к политическим постулатам философов, то отношение к словам Бога и Иеговы можно изменить не от перемены политических убеждений, а только и единственно только от рождения свыше. А вот тут приходится с великим сожалением сказать, что пока в православии эта тема закрыта. А без рождения свыше мои книги не нужны будут никогда таким мертвецам. Но они всегда будут находить исполненных Духом Божиим последователей Иисуса и будут у них настольными книгами. Полюбившие Бога и Слово Его знают пути премудрости Божией, напечатанные в Библии, и будут их искать. Премудрость Соломона 8.2. Я полюбил ее... Начертанные в Библии. Значит, да. Начертанные в Библии, и будут их искать. Премудрость Соломона 8.2. Я полюбил ее и взыскал от юности моей, и пожелал взять ее в невесту себе, и стал любителем красоты ее. Я просматриваю многие церковные материалы и вижу, что пока еще не пришло время сие, но оно может прийти столь внезапно, как и перестройка в стране. 2 Паралипоменон 15.2. Господь с вами, когда вы с Ним, и если будете искать Его, Он будет найден вами. Если же оставите Его, Он оставит вас. Христос определил любовь к Его Слову, как любовь к Нему на практике. Это найти сегодня возможно ли? Иоанна 7:34. Будете искать меня и не найдете. Второзаконие 11.1. Итак, люби Господа Бога твоего, и соблюдай, что повелено им соблюдать, и постановление Его, и законы Его, и заповеди Его во все дни. Господи, помилуй. Кому-то не нравится, что я много цитирую из Библии, но она сегодня забытая и заброшенная книга в православии, как говорил Вольтер. Будет время, когда не будет Слова Божия, и тогда мои книги будут самыми востребованными во всем мире. По ним будут восстанавливать Библию утерянную, уничтоженную. Прочтите внимательно несколько раз вот эти места из Нового Завета и ужаснитесь тому, что они совершенно не услышаны пастырями. И каков же будет их исход? Нелюбящий Слово Иисуса лишается всех обетований и присутствия Бога и обещанного рая. Евангелие от Иоанна 14:15. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. Иоанна 14:21. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам. Евангелие от Иоанна 14:23. Иисус сказал ему в ответ: кто любит меня, тот соблюдет слово мое. И Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. 1 Иоанна 5:2.
что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Отечество, отцы моей отчизны, земной и той единственной небесной, что вы оставили в наследство присным, сумели полновесно нам отвесить. Что вы оставили в наследство присным, сумели полновесно нам отвесить. Теперь вы прошлые и в большинстве забыты. Вас даже тенью пришлые уже не назовут. Вы в революцию склонялись к бандитам, учились на святыню скалить зубы. Вы были слепы, дико неисцельно, и ссылку ближних рьяно одобряли. Вытряхивали мирных из постели, потом и в вас сгребли гулаговские грабли. И не было просвета в ваших бедах. К вам вторглась черня, всеобщая война, в ней с внуками сгорали вместе. Простите, к вам вторглась черная, всеобщая война, в ней с внуками сгорали вместе деды, не разобрать, чья большая вина. Вы не искали вечности упрямо, сводили все к единственному дню и превращали в тюрьмы Божьи храмы, порастеряв свободу и родню. Чем можем помянуть вас на могиле, какие подвиги вас тяжко дарят? Чем можем помянуть вас на молитве? Какие подвиги вас тяжко догрызают? Зачем вы к коммунистам срам налипли и в красный угол вешали мерзавцев? При случае гуляли беспробудно, грешили тяжко матом, воровством. Разврат всемирный дал кремлевский блудник. Не встретились, не приняты Спасителем Христом. Небесное Отечество, не купол, не свобода, куда остекленело смотрят астрономы, кто верит во Христа. Сергей, остановись, ты выдумываешь там. Не свобода, считай. Небесное Отечество, не купол небосвода, куда остекленело смотрят астрономы. Кто верит во Христа, тот сотворится годным и водится отныне евангельским законом. Счастливец, у кого Иисус руководитель, начальник веры, сын предвечно отчий, обещана Иисусом вечная обитель. Он наша манна, из скалы источник. 18 июля 2007 год. Игнатий Лапкин.